Добрый день, Челоды. Паська, Ярик. Готовимся к сборке рамок. Вот такие два приспособления для сборки, для натяжки проволоки. Вот одно, второе. Ну, катушка будет, она есть уже. Значит, это у нас используется для натяжения проволоки. Значит, павильон Ярик 32. Рут закончили. Значит, вот он такой выглядит. Сейчас будем делать рамки, делать тюли, потом делать павильоны. Павильоны будем делать уже модернизированные. Ну, они ничем не отличаться не будут, но да, ничего. Увидите все. Это последний вот в этой серии. Говорить пока не буду. Издумок много. Но они практически будут. Любой павильон будет. Можно будет домодернизировать. Но это все в будущем. Все здесь покрашим. Внутренности тоже все красим. Потолок будем тоже красить. Со следующего. Двери. Ярик 32 рут. Если кому нужен павильон, звоните. Аккаунт свободен. Желающие есть, звонят, но все упирается в финансы, в деньги. Мы его отдельно снимем еще. Рекламное видео на улице. Каждый павильон все равно индивидуальный. Ну, вот такой красавчик. Будем ждать пчелу. В этом году заселим все равно. Не продадим, да заселим. Вот вроде все. Поедем на пасеку. Подкормить. Значит, оснащать будем вот этот павильон. Оснащать, собирать, который на улице. Ну, вроде, всем пока. До свидания.